Привет! Меня зовут Ольга Романова, или Ромашка. Канал называется «Училка физкультуры в Эмиратах». Да, я уже 5 лет здесь, в Эмиратах, поэтому есть что сказать и есть чем поделиться. А сейчас, простите, жара, плюс 50, поэтому накроюсь зонтиком. Кстати, если вы слышите звук, это машинка едет, продает газ. По этому звуку вы можете определить, что машинка приехала, выйти, купить себе газовый баллон, вам его поменяют. Вот, сейчас машинка будет проезжать мимо нас, я покажу вам машинку и водителя. Вот, что вам могу сказать? А, вот такая интересная вещь есть. Водитель тоже, по-моему, рад меня видеть. Вот, на моем канале я вам расскажу, как мне работается в Эмиратах, как живется в Эмиратах, как я сюда приехала, и самое главное, как найти работу в Эмиратах. Даже в это тяжелое время коронавируса это возможно. Кстати, а начну я сейчас прямо с того, как я вчера ездила в школу делать тест на коронавирус. И чем это все закончилось, или чем это все закончится. А, кстати, насчет украинских школ. Я общалась с преподавателем младших классов по физкультуре, и она сказала, еще ничего не известно. Возможно, после 25 августа будет информация, будет ли физкультура, а будет ли это онлайн, будет ли это офлайн, и как это все будет происходить. Наши учителя и наши студенты, наши ученики все еще ничего не знают. Ну, не теряем присутствие духа, все будет хорошо. Желаю всем удачного просмотра. Пожалуйста, не забудьте подписаться и поставить лайк. Всего вам доброго. Привет всем. Вот я в школе. Сегодня мы делаем тест на корону. Ну так, не очень приятно. Палочку в нос засовывают, подальше, поглубже. Ничего такого страшного. Кровь не идет. Немножко слезинки покапали. Вот. Так прикольно. Я пришла где-то, наверное, 20-я. Меня почему-то первую пропустили. Вот. Повезло. Вот, что еще скажу. Школа начинается, вроде начинается онлайн для классов, которые с 5 по 12, и нормальная с детского садика до 4 класса, все, что мы знаем. Еще что я знаю, что вроде как физкультура будет онлайн. Это странно, потому что если уже ведете математику и английский, и остальные уроки, сделайте уже физкультуру. Скорее всего, будет по 15 человек в классе, то есть 50% учеников приходят, 50% смотрят урок онлайн. Я понимаю, что физкультуру надо вести без всякого оборудования, но есть же много упражнений, планок, прыжков, отжиманий, ту же табату делать со своим весом. Я готова все это делать, но все равно почему-то вот решение такое было принято, что физкультура онлайн, а некоторые вообще школы отказываются от физкультуры. То есть непонятно вообще, что будет с нами, как с учителями, как мы это все пройдем. Я надеюсь, что пройдем. Вот. Я очень надеюсь и верю, что все будет хорошо у всех нас. В общем, со всем дружелюбием, с моей школы. Ну, как видно с картинки, пришел результат теста. По СМС результат негативный, отрицательный, значит, все хорошо, я здорова, можно начинать работу, хотя работа и так онлайн. Вот, немножко рассказала вам сегодня про жизнь в Эмиратах, про ситуацию с коронавирусом. Следующее видео ждите очень скоро, подписывайтесь на канал, буду держать вас в курсе всего происходящего. Сейчас всего хорошего, будьте здоровы!